Общественные слушания представляют собой открытое массовое обсуждение гражданами вопросов, актуальных для местного сообщества. Обязанность организовывать и проводить слушания возложена на органы государственной власти и местного самоуправления. Выносятся на общественные слушания вопросы, имеющие общественную значимость, либо затрагивающие права и свободы граждан, или же права и законные интересы общественных объединений и некоммерческих организаций. Как правило, это мероприятия по охране окружающей среды, благоустройства, создания новых общественных пространств и другие. Ранее для проявления своей позиции магаданцам было необходимо посетить общественные слушания лично. Теперь же мэрия города запускает формат дистанционного участия в слушаниях. Подробнее об этом рассказала Лариса Поликанова, руководитель правового управления мэрии города. Мэрия города Магадана запустила новый ресурс «Общественное обсуждение в электронном виде». Теперь все граждане, достигшие возраста 18 лет и зарегистрированные на портале «Государственные услуги», могут поучаствовать в общественных обсуждениях муниципальных правовых актов, не выходя из дома. Для этого необходимо выйти на официальный сайт мэрии meria49gov.ru. Заявить свою позицию и принять участие в решении тех или иных вопросов жизни города каждый из нас теперь может прямо из дома. Все, что необходимо для этого, это доступ к сети интернет и регистрация на портале госуслуг.